Он сам сказал, или кошельки, или что хочешь. Вот, давайте я цветочек подарю, как тебе такое. Давай, Випу, а я тебе большой кошель. Средний кошель. Вообще тебе ни хрена не дам. Соглашайся, это очень выгодное предложение. Всем салютон, с вами Павел Князич. Сегодня мы вновь будем ходить по событиям и искать мошенников. Так, тут уже какие-то наркоманы окаянные появились. Я не понимаю, вот смысл этих событий. Никита, приди. Юля, приди. Банан, приди. Кто там еще? Вот, здесь уже поинтереснее будет. Серьезно, 500 золота? Первый не даю, куплю вам потом. Сейчас, приду. Я тебе разоблачу, гнида. На глазах у всей публики. Сразу видно, 500 золота у тебя есть. Ну я, конечно, понимаю, что ты мог задонатить, но, блин, донатил ради того, чтобы кому-то что-то подарить. Серьезно, чувак? Серьезно? Че ты улыбаешься? Я тебе малый дам, Кош, ничего? Ничего. Хоть мал. Подожди, сейчас. А, подожди, я забыл, что на раздаче его потерял. Меня какой-то хрен ограбил. На тебя был похож. Случайно не ты? А то тебя с голым задом оставлю. И квартиру твою на свою бабку перепишу. Кто-то обрадуется. Вроде не ты, я спутал тебя с ним. Подожди. Фонтан тебе нужен за VIP? Так фонтан тебе нужен? Нужен. А как же кошельки? Ты же кошельки хотел. Какой фонтан? Ты чего тут заливаешь? Давай меняться, куплю за 50 дней тебе. Так тебе что нужно взамен? Кошельки или что хочешь. О, давай, если что хочешь. Он сам сказал, или кошельки, или что хочешь. Вот, давайте я цветочек подарю. Как тебе такое? Как тебе цветочек, а? За Випу. Ты сказал же, что хочешь. Ты же сказал, за Кош или что хочешь. Я выберу, что хочешь. Но даю за Кош, Вип описание не читал. Боже мой, как же без запятых сложно читать. Так ты же сказал, за Кош или что хочешь. Ты сам же поменял условия. Но за что хочешь, ничего не дам, а за Кош VIP 50 дней. Какой ты, блин, нелогичный! Давай два фонтана. Пошел ты в жопень, я тебя по описанию уже раскусил. Потом он отдаст. Наркоман окаянный. Че ты мне в личку-то пишешь? Мда. Говоришь, клонируешь? Я тут слышал, что ты клонируешь. Да. Малый кошелек у меня только. Окей. Подожди. Знаешь что? Я просрал его! Фонтанчик мне склонируй. Фонтан-то склонишь мне. Фонтан, склонируй! Ясно, понятно. О, вот такие вот я люблю события. Ванданчик! Давай, Випу, а я тебе большой кошель. Средний кошель. Малый кошель. Вообще тебе ни хрена не дам. Давай, Випу, и мирно разойдемся. Соглашайся, это очень выгодное предложение. Да, я подарю вам Вип, но у меня его нет. Это полиция. Мы нашли ваш притон грязных, вонючих бомжей. Ой, гнида! Как заманчиво. Какое начальство? Совсем что ли? И это начальство! Чё? Начальство! Иди отсюда, я администратора жду. Ну тогда это админ. Админ пришел тебя по головке треснуть. А сейчас объясни, почему ты и твои псы не мог мне дать фонтанчик. Иди отсюда, полоумный придурок! Вай-вай, пинать-то меня зачем? Сейчас уйду, только сюрприз тебе оставлю под подушкой. Подорвись, гнида. Так, давно я не был в магазинчике. А чё-то никого нету. А где посетители-то? Обслужили сейчас только, а что? Да ничего. Ва-ха-ха.
А что вы продаете? Все, что тут стоит. В этой комнате. О, а вот ен-то можно? А ен-то для красоты. Наркоманка, что ли? Что-то я сомневаюсь, что ты не наркоманка. Окоянная. Сюрприз. Да ладно, он что ли? Серьезно? Вообще тебя жизнь ничему не учит. Это наш старый, добрый, веселый молочник. Усы! Усы пустил, блин! Как у молочника, блин! Вип! Извини, чувачи, вот ты мой урок тогда не усвоил, вот я и тутенький. Ты мне, кстати, вип задолжал с прошлого раза. Давай випу! Не ори, придурок, посетители пришли! Подожди, ты куда ты побежал-то? Блин, зачем ты уходил на улицу, теперь опять вернулся? Неадекватный человек, серьезно, зачем мне телевизор сломал? А, подожди! Вот я только что понял, на кого он похож. Это Николаев. Нет, ты посмотри на его рожу, вылитый. Хватит издеваться уже. Да ладно, чувак, мне уже не нужна випа. Давай лучше. Выпьем за любовь твоим усам душистым. Выпьем за любовь. И уже не надо лишних слов. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. На мой паблик ВКонтакте тоже подписываемся. Ссылочка в описании. Ставьте лайки этому видео, делитесь им. Не забываем оставлять свои отзывы в комментариях. Всем поки, до свидос.